Сегодня хотел бы вам рассказать, в каком виде приходят посылки сайта iHerb. Если вы воспользовались доставкой Boxberry, то посылка приходит вот в таком виде, вот в такой коробочке. То есть, если мы посмотрим на нее спереди, то мы увидим номер заказа, тип доставки, город, адрес, тот, который вы указали, фамилию, имя получателя, вид выдачи и с какого сайта. Также здесь указывается вес посылки. Можно ее посмотреть со всех сторон. Достаточно аккуратно все приходит. Посылка шла 2 недели. В среднем примерно 2 недели посылки от Boxberry идут. Вскроем посылку, посмотрим, как все упаковано. Сверху посылки мы видим на самой коробке приложение, которым можно воспользоваться и заказывать через эти приложения. Также сверху мы видим специальные пакетики с воздухом. Это для того, чтобы не повредить ваш заказ, для герметичности. То есть мы видим их здесь достаточно много. Заполняют полностью весь пустой объем. Посмотрим, что мы заказывали. Заказывали мы женские витамины. Обязательно снимем обзор на них. Смотрите в следующих видео. И креатин фирмы Muscle Farm. За него тоже снимем обзор. Как видим, все пришло целое. Не побитое, не поломанное, чистенькое. Такая большая банка креатина. В этом обзоре я вам показал, как выглядят посылки, полученные при помощи доставки Boxberry. Если данный обзор вам был полезен, ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Всем здоровья, всем пока!